Главные торжества, посвященные Дню единства народа Казахстана, по традиции проходят в столице. Хорошему настроению горожан и гостей страны способствует ясная погода, а разнообразие шоу-программ притягивает на массовые гуляния тысячи человек. Татьяна Фролова с поздравлениями. На площади перед Байтереком с каждым часом все меньше места. В исполнении оркестра Сарыарка звучит музыка разных народов. Звезды казахстанской эстрады дарят горожанам и гостям столицы национальные песни и хиты современности. На праздник идут с семьями и с друзьями. Грузин Исидор Баргашвили пришел с женой и внуками. Говорит, уже 4 года живет в Астане, но не перестает любоваться городом. Сегодня 1 мая. Я пришел, видите, своими внуками. Мне это место нравится, это историческое место. Я, например, считаю себя счастливым человеком, как и весь казахстанский народ, потому что у нас есть такой президент, и низкий поклон ему, что он за все эти годы делал для нашего народа, для его процветания. И я считаю, что он по праву, а не на словах, является лидером нации. Много на площади и иностранных гостей. Они восхищены красотой казахстанской столицы и тем единением народов, которое царит в нашей стране. Я поздравляю казахстанцев с таким прекрасным днем, с таким замечательным праздником. Мне нравится Астана, мне нравится Казахстан. Я приехал в столицу Казахстана в гости. Астана – очень красивый город. Ваш праздник – праздник всех народов страны. Это замечательно. Я поздравляю всех вас с Днем Единства. День единства народа Казахстана отмечают 19 лет, и он уже стал одним из самых любимых праздников, символом взаимопонимания и дружбы. Мы родились в этой прекрасной стране, и сегодня даже день такой радостный, солнечный, то, что мы все вместе. Это хорошо то, что мы в этот солнечный день все собрались. С праздником всех! В этот чудесный день поздравляем всех с праздником, всем здоровья, счастья, мира и дружбы в этот прекрасный день. Я желаю, чтобы сегодняшний день, 1 мая, весь Казахстан был таким же дружным, как сейчас. Программа праздника насыщенная. Астанчан и гостей столицы ждет еще много концертов, национальные угощения, а завершится все грандиозным фейерверком. Татьяна Фролова, Аманжол Байгазы, Абдалла Исаев, Астана.